Отечественный транспортник Ан-132Д совершил первый успешный полет. Это первый самолет, изготовленный без российских комплектующих. Он предназначен для полетов на близко- и среднемагистральных маршрутах и будет работать в Саудовской Аравии. С ней заключен договор на совместное производство серии этих самолетов. Разгон. Разворот и обратно. Демонстрационный Ан-132Д проверяет ходовую и только потом взлетает. Новый украинский транспортник уходит в небо в сопровождении Ан-178. Из аэропорта Святошино 132-й отправился на аэродром Гостомель. Вместо запланированных 30 минут провел в воздухе почти 2 часа. Ни дождь, ни ветер не стали помехой успешному приземлению. Трудности были, но мы с ними справились. На земле пилотов встречал президент. Другою батьківщиною нашего новонародженного літака стане Саудівська Аравія. Це королівство, яке зможе спільно з нами побудувати свою дивну промисловість. І цей літак символізує міцну основу Украины-саудівської дружби та партнерства. Это первый самолет, изготовленный без российских комплектующих. Он предназначен для полетов на близко- и среднемагистральных маршрутах, может развивать крейсерскую скорость до 500 км в час, может перевозить более 9 тонн самых разнообразных грузов. Этот самолет обладает большим запасом мощности и хорошей механизацией крыла. Он предназначен для выполнения специальных полетов в условиях жары и высокогорья. Вместе с украинским экипажем новый самолет испытал и пилот Саудовской Аравии. Полетом остался доволен. Самолет вел себя прекрасно. У меня уже есть опыт пилотирования военно-транспортных самолетов. Это был первый небольшой полет. Мы испытывали аэродинамику. В последующем и дальше отработаем другие. В феврале Украина заключила договор с Саудовской Аравией на производство 80 таких самолетов. Собирать их будут как в Украине, так и на Аравийском полуострове. Ми реалізуємо, згідно контракту з нашими партнерами в Саудовській Аравії, перший літак-демонстратор, який ми маємо в травні місяці продемонструвати в Саудовській Аравії. Після цього, паралельно з цим, ми проводимо роботи по підписанню контрактів на виготовлення серійних літаків на виробничих потужностях в Києві і в Саудовській Аравії. Впереди полгода испытательных полетов и только потом серийное производство. Роман Спиридонов, Асан Аминов, Заман, АТР.